Обязательная маркировка лекарственных препаратов, позволяющая проследить их путь от производителя к потребителю, будет введена в России с 1 января 2020 года. Госдума приняла поправки об этом в третьем чтении, отложив при этом внедрение маркировки на год. Парламентарии решили предоставить производителям отсрочку, потому что опасаются возможного роста цен на лекарства, объявил глава Думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Также компании просили дать отсрочку в связи с необходимостью внести массу изменений в регистрационное удостоверение на партии лекарств. Однако на ряде лекарственных препаратов, таких как, например, мелоксикам, кардионат, уже появились коды для автоматизированной системы мониторинга. По ним покупатель может при помощи смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата.